Урок мужества в лицее номер 7 провели заместитель главы городского округа Щелково Виктор Семин и кавалер Ордена Мужества, ветеран управления В, Центр специального назначения ФСБ России, первый вице-президент ассоциации группы «Вымпел», полковник запаса Владимир Силантьев. Ребята, я не просто рассказывать буду, я с вами беседовать буду. И много буду спрашивать, опять же, можете отвечать, можете не отвечать. Самое главное, ребят, постарайтесь задуматься. Задуматься о том, о чем я буду говорить. Ученики лицея номер 7 и других школ, юнармейцы, увидели кадры операции по спасению заложников в Беслане в 2004 году, в которой Владимир Силантьев принимал участие. Он поделился с ребятами воспоминаниями о своих погибших тогда 10 сослуживцах, рассказал о героизме простых людей, в том числе маленьких детей, которые могли убежать, но возвращались в спортивный зал, где в тот момент в заложниках у террористов находились их родители. Очень многие ветераны, вот перед преддверии, особенно перед разными праздниками, особенно перед 9 мая, 23 февраля, другими ведомственными праздниками, стараются прийти в общеобразовательные учебные заведения, высшие учебные заведения, военно-патриотические клубы, воинские коллективы и рассказывать про то, что они прошли. Организаторы подчеркнули, что такие уроки проводятся для учеников не только старших, но и младших классов. Важно, чтобы о героизме, отваге и мужестве наших соотечественников дети знали с малых лет. Единство поколений, оно должно проходить именно через уроки мужества. Нету прошлого, не будет настоящего. Это, опять же, еще раз хочу подчеркнуть, важно для того, чтобы мы помнили, что наши деды не зря умирали. И будем о них помнить до тех пор, пока они будут жить в наших сердцах. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.